Так просто качество лучше получается. А по инету как компу? Да без проблем у меня с этим. Там получается просто смотри, на Твиче у тех, у кого нет партнерки, дают сервера типа там Франкфурта какого-нибудь. То есть у тебя там и пинг, и ну все что угодно, короче. Стрим не очень. А на всяких гудгеймах, на паре других там платформ каких-то, я уж не помню все названия, там тебя нормально. То есть я не знаю, насколько русский, но, по крайней мере, явно что-то ближе какой-то сервер. И, соответственно, задержки на стриме меньше, лагов меньше и так далее. Посмотри, там Good Game зайди, потыкайся, посмотри, что как там. Может понравится, с него будешь стримить. У меня Good Game-то не регистрирует почему-то. Я несколько раз регистрировался на Mail, на Яндекс, на Gmail. И не приходил письмо активации никакое. А я не помню по поводу письма активации. Вообще нужно оно, не нужно? Как просто начинаешь. Там вообще сам по себе Good Game, он как бы более коммуникабелен, что ли. В плане трансляции. Там всякие опросы можно и так далее ставить. Так, ладно. Подожди, а где еще раз на Твиче можно сохранять, что не нашел? В настройках заходишь на профиль, настройки, трансляции и видеоматериалы, и там галка типа хранить трансляции или сохранять видеоматериалы, я сейчас точно не вспомню. Я понял, это бесполезно. А, автоматически архивировать мои трансляции, правильно Да, понимаю? да, Вот да, это да, вот. да, да. Так, ладно, 86%. Я, короче, сваливаю. Буду где-то через полтора часика, наверное, может, через два. Окей, давай. Так, спасибо, что смотрели. Опять же, через 2 часа будет еще одна трансляция. Приходите, буду ждать.